Всем привет, с вами Кингл 161, и сегодня я хотел бы показать для вас гайд по выполнению миссии, которую выдает Тиша Починку. Взяли задание пригласительное от нее. Теперь нужно прийти к ней на встречу. Так, говорим ей, что она еще работала. И она выдает нам задание на 10 тысяч альфа-уеков. Суть заключается в чем? Нам нужно будет проследовать на точку Зепит, которая находится на Луне Валерии. Для этого нам будет предоставлен транспорт, который будет находиться на приватной посадочной площадке. Принимаем задание. И теперь нам нужно будет добраться до той самой площадки приватной, где и заберем транспорт, выдаваемый ей. Теперь добираемся до космопорта на общественном транспорте. Сейчас идем к терминалу вызовов кораблей и вызываем корабль абсолютно любой, на котором просто можно добраться до места назначения, где находится тот корабль, который нужен для выполнения задания. Снова появился этот бак с открыванием кабины пилота. Получается арена 4 в данном случае. Установим точку на фото. Сейчас нужно будет нам немножко высоту. Thank you.
уже от 20 километров можно будет совершать квантовый прыжок. Раньше для того, чтобы совершить квантовый прыжок, требовалось взлететь на полное расстояние атмосферы планеты 100 километров. Теперь же для этого требуется всего лишь взлететь на 20 километров, после чего уже можно совершить квантовый прыжок. Закрываем очки. Сложность этой миссии заключается в ее предпоследнем этапе выполнения. И когда будем на месте, сами поймете почему. Транспорт стоит на другой площадке. Мы можем приземлиться здесь. Как видите, для выполнения задания нам дают корабль катасбор. Совершенно бесплатно. Цель задания сменилась. Ну все, теперь летим к Лирии. Прыгаем. Мы прилетели на Лире. Теперь нам нужно запит находится недалеко от Шубин Мэнг Фасилити Салпиати. Значит, уже своим ходом будем добираться до точки Z-бит. Так, можно пролететь. Это бункер с турелями.
понятное дело, что турели здесь агрессивны, и первым делом нужно будет их уничтожить. НАНИ? ОМАЕ ВА МОУ СИНДЕ ИРУ. Разобравшись с турелями, можно совершить посадку. Понятное дело, как во многих бункерах в этой игре, бункер будет под охраной. Вот, прибыли. Вот он у нас сбился. Теперь самая сложная часть задания — найти нужный ящик. Да-да. Тут очень много ящиков с наркотиками, но нам нужен будет только один. И не факт, что с первого раза удастся его найти. Ну вот. NPC уже заговорили. Вам нужно отрубаться. Иначе они могут сильно помешать. НАНИ? Why are you bullying me? You fucking bitch, why are you bullying me? Так, вроде больше никого нет. Теперь можно спокойно заниматься поисками ящика нужного. Было очень неожиданно. Еще эти ящики имеют свойство ломаться. Поэтому, если случайным образом будет уничтожен нужный нам ящик, задание провалится.
нашли нужные ящики. Вот, пожалуйста, эта часть задания выполнена. Вот как этот ящик выглядит. Сейчас поставлю на свет его, чтобы можно было получше рассмотреть. То есть я уже один раз выполнял это задание. Ящик был абсолютно такой же. Потом выполнял второй раз. Я находил точно такой же ящик, но почему-то мне не засчитывалось выполнение этой части задания. А сейчас, как видите, засчиталось. Поэтому, если что, ищите вот такой ящик. Вот. С коричневым, неизвестно чем. Что-то похожее на опилки. Или кору дерева. Возвращаемся на поверхность. Грузим наш ящик, наш корабль. И улетаем. По заданию нам нужно будет доставить корабль вместе с этим ящиком в ту самую приватную посадочную зону, в которой мы брали этот корабль. Всего этапов задания. Пять этапов заданий. Но вот этот этап задания можно считать за один, так как тут и доставка нашего груза, и доставка самого корабля на его предыдущую локацию, откуда мы его брали. Засчитали то, что мы вернули на место взятый корабль. Теперь нужно еще сдать груз. Вот в этот ящик доставки. Отсвечивает. Нажимаю кнопочку дроп. И кладем наш груз в этот ящик. Все, тоже засчитал выполнение. Контракт комплит. Получили наши деньги за выполнение задания. Ну, на этом все. Я с вами на этом прощаюсь. Всего вам доброго. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будут еще новые видео по новым местам и также по некоторым миссиям, которые относительно сложно проходить.